Должен был вести свадьбу недавно. Невеста пишет: «Здравствуйте, мы с мужем поругались, свадьбы не будет. Можно ли вернуть деньги?» Я пишу: «Согласно договору, удерживается неустойка 50%. Знаете, что она написала? Ладно, мы тогда подумаем. Недавно звонили, говорят: «Эдвин, здравствуйте. Вы выступали в комеди-баттле на ТНТ. Выступали в открытом микрофоне на ТНТ. Можете приехать к нам в университет, прочитать лекцию для студентов. Расскажите, пожалуйста, что такое неудача и позор. Как без таланта попасть на телевидение?» Мне вообще казалось, в какой-то момент она просто через трубку плюнет мне в лицо. Я недавно ходил сдавать анализы. Ну, взял баночку такая, она тепленькая, подхожу к ресепшену. Говорю: «Здравствуйте, я пришел сдавать анализы». Она говорит: «Что у вас там за анализы?» Я говорю: «Ну, у меня там анализы, какая разница, анализы, анализы». Говорю: «Что у вас там за анализы?» Я говорю: «Ну какая разница, ну анализы, анализы». Она говорит: «Что у вас там за анализы?» Я говорю: «У меня там кал! Кал, у меня там кал!» Она говорит: «А я вас узнала. Вы же в открытом микрофоне на ТНТ выступали». Вторая просит, говорит: «Да-да-да, вы у моей дочки свадьбу вели». Я говорю: «Да? А я вам говна принес». Она берет банку, поднимает, говорит: «Сразу видно, такой талантливый». У всех же такое было, что ты вот во сне, короче, писаешь и просыпаешься мокрый. Нет? У меня тоже не было. Просто решил вспомнить то, чего у меня не было.